Я не понимаю, почему я мажу. Но третьего жду. Может быть, третий будет мой. Первый весенний вальшнеп есть. Привет, друзья! Ну вот и настала весна, открылась весенняя охота. Сегодня я приехал на свою заветную поляну для того, чтобы поохотиться на вальшнепа на тяге. Это моя любимая охота, для меня она означает приход весны. С нее я вообще начинал, и начинал я, это тоже такая смешная история. Я был неопытным охотником тогда, а в семье у меня охотников не было. Некому было научить, просветить, как и что нужно делать. Поэтому я, начитавшись книжек, а в книжках что написано? Выбираете лесную полянку, приезжаете, становитесь и ждете, когда пролетит вальшнеп. В общем, нашел я лесную полянку, узнал, какому охотобществу она принадлежит, взял путевку, приехал. Естественно, никакой вальшнеп там не летел. И только позже я узнал, что вальшнеп не летает, а может летает, но крайне редко, по лесным полянкам размером 20 на 50 метров. Вот. И сейчас я уже, конечно, охочусь слегка в других угодьях. Сейчас достаточно много полей колхозных зарастают. Вот такие зарастающие поля, которые граничат с большим лесом. То есть вальшнеп будет лететь как раз таки по границе такого заросшего поля и большого леса. Какой еще есть вариант? Есть еще вариант, и это, на мой взгляд, вообще самая лучшая тяга у меня была в таком месте. Это лесная дорога, но не просто лесная дорога, которая идет по большому лесу, а желательно, чтобы с одной стороны было или болотце, или какая-то вот такая полянка, что ли. Вальшнеп будет лететь-то по любой, вдоль любой лесной дороги, но просто стрелять вам будет удобней, как раз-таки, если будет с одной стороны какое-то болотце, там, с сывняком, с карандашником, самый лучший вариант. Вот в таком месте мы с отцом на двоих взяли 6 вальшнепов. По 3 каждый. То есть это самая лучшая была тяга в моей жизни. Такие дела. Что еще хотел сказать? Сегодня я буду снимать на экшн-камеру, поэтому вас ждет охота от первого лица. Солнышко садится. Пора вставать на место и ждать налетов. Надеюсь, вальшнеп сегодня полетит. Смотрите, журавли. Или все-таки гуси? Гуси? Привет, гуси. Нет, журавли курлычет. Курлычет, журавли. Вернулись. Красота. Пришла весна. Вот оттуда вальшнеп тянет, вот оттуда большим лесом, вот оттуда тянет, и вот оттуда, ну и также большим лесом. Посмотрим, подождем. Погода сегодня ясная, это не всегда хорошо для вальшнепа, часто даже нехорошо, но посмотрим, подождем. Место красивое, люблю. Закат красивый. Сейчас солнышко сядет. И будем ждать налета. Не знаю, первый раз веду охоту от первого лица. Но пока ждем. Пока светло еще слишком. Ждем вальшнепа. Расскажу. Вот там. Не знаю, видно, не видно. Он за кустами, там солонец.
Холонец. В прошлом году, когда стоял, вышел у меня, ну не то чтобы конфликт, такой спор с одним местным охотником. Вышел у меня спор с одним местным охотником в прошлом году. Вот там стоит солонец, я стоял также на тяге. Он подходит ко мне, говорит: ты что здесь возле солонца стоишь? Я говорю: а что такого, я же не на лося охочусь. Он говорит: я сейчас охотоеду позвоню. А у меня с охотоедом хорошие отношения. Он местный, я тоже местный, но мы как-то не пересекались, в принципе. Ну, мы знали друг друга, там, привет, привет. Ну, что-то вот он решил, что я буду пугать лося. Хотя лось этому абсолютно без разницы. Есть там кто? Нет, стреляли, не стреляли. Ну, так вот он решил немножко построить меня. Ну, в общем, зимой у нас была тут для местных лицензию нам дали на лося. В общем, мы вместе пересеклись, уже и задружились. Мне, кстати, повезло. Я добыл на той охоте как раз лося. 3 года не мог попасть. У нас для тех, кто помогает, организация охоты там помогает с подкормкой животных. В общем, выдают лицензию одну на местных охотников. Ну, выдают. Не выдают, а продают. Ну, хотя бы можно взять ее. Бесплатно никто не даст сейчас. Это не угодье общего пользования. Это общество охотников и рыболовов местное. Вот, поэтому, в общем, каждый год мы охотимся. И вот 3 года я не мог попасть по лосю. Вот в этом охотничьем сезоне, который вот завершился в декабре, да, 31 декабря, сезон загонных охот, вот мне удалось. А так стрелял, вот 3 года стрелял, не мог попасть. Мазал по разным причинам. Сам виноват, конечно. Где-то невыверенный был выстрел, где-то оружие не пристрелено, чего не допускается, не должно допускаться. Ну, сам говорю, сам всегда сам виноват. Ну, в этом году, ну, как проклятие было. Вот снял проклятие, надеюсь. А лоси, кстати, выходили на меня все время. Ну, вот сейчас снял проклятие, может, и не будут выходить. Ну, и ладно. Охота, в общем, это не за мясом. Луна вышло, не знаю, будет видно, не будет видно. Ждем вальшнапа. По крайней мере, птички поют, птичек слышно. Природа, весна, все оживает. Прохладно. Днем было тепло сегодня, 8-9 градусов. Сейчас вот что-то прохладненько. Ну ладно, подождем. Летит. Летит, летит, летит. Промах. А пошло как подранок. Промах. Так. Ладно, подберем гильзы. Не будем мусорить. Промах? Непонятно. Быстро шел. Может быть, поэтому. Ну, отстрелялся. Вальшнап увидел. Стрелял. Уже хорошо. Высоко шел, высоко и быстро. Может быть, поэтому промахнулся.
Первое. Обычно вайшнап идет волнами при хорошей тяге. Вот, ну как волна. Это не волна, это как разведчик. Обычно один и не идут. Первый разведчик, потом два или три, если тяга хорошая. Первая волна и вторая волна, один, два, редко три. Интересно, всегда стоишь и не знаешь, откуда полетит. Стоишь и весь обращаешься вслух. Вайшнапа слышно. От погоды зависит. Но метров, наверное, за 100-150, вот так, за 200 иногда. Иногда, если ветер сильный, то почти не слышно. Иногда он молча идет. Но редко. Обычно он, конечно, издает характерные вот эти свои звуки, которые хорканьем называют. Должен. Еще, в принципе, тот-то рано полетел. Не то чтобы рано, но светло еще было. Обычно они летят, когда потемнее. Должен сейчас пойти. Идет. Также. Я не понимаю, почему я мажу. Удивительно. То ли слишком большое упреждение даю, то ли что. Непонятно. По той же траектории шел. Девятка, по-моему, у меня. И семерка. Стреляю я обычно повсегда семеркой. Без контейнера. Без контейнерной. Ну, удивительно. Быстро, опять быстро шел. Быстро. Быстро. Холодно и ясно. Ну, по одному маршруту. По одному маршруту. Гуси идут. Ого. Ого. Совсем рядом. Это, наверное, кто-то сидит, манит. Время 20:17. Я думаю, что минут 15-20. И можно будет собираться потихонечку. Идти к машине. Один еще минимум будет. Но не скажу, что это прямо хорошая тяга. Но погода. Ух. Погода не ахти. То есть погода хорошая. Но не для вас, не для тяги. Сейчас бы вот самая хорошая погода, если опять же кто-то из начинающих охотников смотрит это видео. Самая хорошая погода — это тепло и пасмурно. Но не всегда. Ну, пасмурно, как правило, должно быть. Было у меня случай, было не тепло, но пасмурно, валил снег и неплохо летал вальштаб. Неплохо.
Но третьего жду. Может быть, третий будет мой. Может быть, третий будет мой. Посмотрим. Ну вот, первый весенний вальшнеп есть. Ну вот, наверное, 5 минут еще подожду и пойду. Закат пламенеет красиво. Вот за это я люблю. Люблю весеннюю охоту. А, ну сегодня высоко. Так, ну что, стемнело. Пойду я выходить. Пойду потихоньку выходить. Разрядиться обязательно. Обязательно разрядиться. Технику безопасности соблюдаем. И на выход.